Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарные Рецепты. Сегодня предлагаю вам конкурсный рецепт, который прислала Ульяна. Этот салат называется «Стрелы Амура». Она пишет, что это не салат, это просто бомба. Тарелка с этим салатом всегда на столе самая первая становится пустой. То есть этот салат заслуживает особого внимания. Итак, начинаем готовить. Нам нужна пекинская капуста. Я использую половинку. Нам нужно ее пошинковать. Разрезаем ее пополам. Сейчас я приготовлю заправку для салата. Мне нужно взять примерно пол чайной ложки, или у меня вот кофейная ложка, соли. Добавляю лимонный сок, чайную ложку. Соль перемешиваем с лимонным соком, чтобы она растворилась. Добавляем немного специй по вкусу, если вы желаете. У меня базилик и орегано, немного душистого перца. Добавляю сюда оливковое масло. 2-3 столовые ложки. Заправка для салата готова, я ее отставляю в сторону. Ульяна также рекомендует заправить наш салат домашним майонезом. Так что ваше право выбора. Или заправка с оливковым маслом, или домашний майонез. А также для салата нам нужны крабовые палочки или мясо краба, то, что у вас есть. 200 грамм. Нужно порезать удобными для вас мелкими кусочками. Ульяна написала, что его нужно очень мелко порезать. Я порезала такими средними кусочками. Кусочки консервированного ананаса. Отваренную креветку. Креветку отварить 3 минуты с добавлением немного соли или специй, если вы желаете, и остудить ее. Добавляем креветку. Зерна граната. Заправляем салат приготовленной заправкой. Перемешиваем. Вот такой получился салат. Я его уже попробовала. Он очень вкусный. Действительно, этот салат бомба. Правильно написала Ульяна. Мне очень понравилось сочетание продуктов в этом салате. Немного ингредиентов. Но они все идеально сочетаются друг с другом. И даже гранатовые зерна дополнили этот салат своей изюминкой, как бы своей такой особенной ноткой. Голосуйте за Ульяну. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых вкусных рецептов!